проделанный путь. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond. Утро. День 9. Мы все проспали нахрен. Обычно мы встаем в 7:30, в 8, а сегодня 8:20. Мы еще только разлепили глаза, спустились за водой. У Виктора отломался багажник под конец путешествия. Ну, он начал-то отламываться еще в начале, так что, в принципе, я не могу на него гневаться. Ну, тем не менее, под конец он таки сломался. В общем, сейчас что-нибудь пошаманит мастер, чтобы доехать. Девятый день. Все, мы уже поели, собрались и готовы выезжать. Сегодня у нас последний бой. Он трудный самый. И, по-моему, самый длинный. Да. Сегодня едем домой в Питер. Погода сегодня с утра такая облачная, но вроде не холодно. И дождей сегодня вроде не обещается сильных. Какие-то брызги планируется, но не более того. В общем-то, все, что лишнее было, сожгли. Костер залили, все сделали по уму вроде как. Сейчас вот через эти поля будем выезжать к дороге, а там обратно на Мурманское шоссе и по нему уже в Питер. Все, мы поехали. Дождь таки пошел и нас застал. Попали в 30% вероятность. Снайпера! Сейчас из-под фуры в меня камень попал прям вот сюда, вот прям в солнечное сплетение. Но, как видите, пробития нет. Проехали мы первую двадцатку. Дождик продолжает такой, то есть, то нет, то есть, то нет. Такая, типа, крупная морось, что-то вроде этого. Не очень приятно, плюс ветерочек еще такой не теплый. В общем, не очень приятный старт с утра. В плане погоды именно так все хорошо. Вот и первый указатель того, что до Петербурга остается двухзначное число километров. Затянули, перекус, перерыв, хот-дог, кола, силы нужны, спина болит, я то ли спал неудобно, то ли чего, но как-то не очень комфортно ехать. У нас какой-то очередной ремонт дороги, просто мы собрали все ремонты вокруг Ладоги. Километров из 140 проехали, пройден экватор. Начинаем потихонечку сходить с ума. А тут эта остановка. Очень ей не повезло. Еще шмель. Еще шмель был, да, странный, который потом танцевал брейкданс. Он потом пешком ушел. Погода вроде нормальная стала. Поначалу нас слегка так это мочило, но сейчас нормально вроде едем. Едем, не потеем, все хорошо. Вроде даже потеплее стало.
А может, мне так кажется, просто не знаю. Все, снова едем, мы очень радуемся, что есть вот такая широченная полоса для нас. И не радуемся, когда она пропадает. В общем, по дороге до Питера мы нашли магазин «Верный». Сейчас я вам покажу прикол, которого нигде больше не видел. Молочный отдел. Ready? Вот такая отдельная большая морозилка, в которой люто холодно. Действительно люто холодно. Просто большой холодильник. Совсем одичал. Да. Очередная веха того, что мы уже практически закрыли нашу кругосветку вокруг Ладожского озера. Это, естественно, река Нева. Мы вернулись на берега Невы. Вот она. Немного даже жалко всех этих людей, стоящих в пробке. Потому что эта пробка уже... не знаю, несколько километров идет, и конца края пока не видно. А все из-за ремонтных работ на мосту через Неву. Все закупорено, и то есть она далеко-далеко идет, судя по всему. Прорвались на такую канитель. Я не знаю, это специально сделано или нет, но между полосой и полосой асфальта сделана такая, как будто перфорация. И если на нее начинаешь выезжать, то дико бодро тебя трясет. И, видимо, это такой типа знак, что если выезжаешь влево, могут быть проблемы. Ну, не знаю, единственное. Но если это так специально задумано, либо здесь просто проехал какой-то трактор и все испортил. Все-таки хочется верить, что эта перфорация сделана специально, чтобы велосипедисты не съезжали как бы на полосу для автомобилей и были в относительной безопасности при этом, при всем. Потому что сама по себе полоса довольно ровная и достаточно широкая, чтобы по ней уверенно ехать. И находится на безопасном расстоянии от машин. То есть есть еще сантиметров 30 запаса безопасности. В общем, если это специально, это очень круто. Да-да-да, этот знак явно про нас. Странно, что у лося нет велосипеда. Что это там за город впереди? Успешно съехали с Мурманского шоссе, продвинулись в сторону Всеволожска и сейчас срезаем через частный сектор, чтобы выехать на Колтурское шоссе и не делать крюк лишний. Уже видели телевышку на Петроградке, Лахту-центр. Уже скоро Петербург. Па-па-па-па! Мы вернулись. Все. Можно сказать, приключение завершено. Но надо еще доехать до дома. Это тоже далеко. Питер, он, зараза, не маленький. Ну, вот и все. Мы в Петербурге, мы вернулись, целы, живы, здоровы, изрядно сгоревшие, покусаны насекомыми, поцарапаны травой, крапивой и прочей хренью. Что я могу добавить? Диарею мы не испытали. Отравлений пищевых тоже не было. Каких-то серьезных увечий тоже. Все, мы заехали в город, нам не нравится. Здесь нервные люди, бесячие перекрестки, да, тупые маршрутчики. В общем, мы вернулись, мы очень рады. Да. 800 километров мы ехали, и нам в
целом нравилось гораздо больше, чем последние пять. На самом деле, да. Мы замкнули практически кольцо вокруг Ладожского озера. Уж как мы доезжать будем до домов, снимать не будем. Смысла в этом нет, мы в любом случае туда доедем. Короче, на этом все. Совсем все, Ладожский трип закончен. На Ладожском вокзале практически. Эти видосы заслуживают то, чтобы наставили лайков, понаписали каких-то комментариев, задавали вопросов. Рассказали всем, кому можно, что есть такие чуваки, которые взяли и сделали то, что хотели. И на этом все. Большое всем спасибо за то, что посмотрели все эти серии. Вытерпели все то, что... Тебя, короче. Вытерпели весь тот бред, который мы несем в камеру. Короче, всем спасибо, всем до свидания. До новых встреч. Лайк, подписка, бубенцы.